Ну как могло быть иначе? Сегодня же 31 декабря. Настоящий Дед Мороз из Великого Устюга этим утром у нас с вами в гостях. Доброе утро, дедушка. Доброе утро, моя хорошая. С Новым годом. Спасибо и вас также. Доброе утро, дорогие мои телезрители. С наступающим вас новым 2013 годом. Дедушка, я бы хотела... Вот меня всю жизнь мучил вопрос. Как становятся Дедами Морозами? Это не работа, это не образ жизни, это судьба. Недавно получил я письмо от моего юного друга. Дорогой Дедушка Мороз, мне ничего от тебя не надо. Я просто хочу, как и ты, быть добрым волшебником и творить добро на планете. Тем, кто мечтает быть моим помощником, нужно прежде всего нести добро. Хорошая все-таки у тебя работа. Вот тебе не надо за фигурой следить. Костюм большой, сколько хочешь, столько и ешь. Не совсем так, друзья мои. Ведь фигура – это фигура. Мне позволительно и чуть пополнеть, и чуть постареть. Наверное, худеть нельзя, да? Нет, и худеть можно. Дело в другом. Дело в спортивной форме. И знаешь, что есть какая-то волшебная зарядка, которая помогает оставаться в форме и еще спасает от холода, правильно? Есть такая. Дедушка Мороз, давай сделаем эту зарядку и научим всех наших телезрителей. Для наших юных друзей с удовольствием прошу мне помочь и поддержать мой посох. Итак, друзья, утренняя зарядка с Дедом Морозом. Встаньте перед экранами вашего телевизора. Готовы? Раз, два, три, четыре. Раз, два, это легко. Три, четыре. Легко. А вот сейчас, друзья мои дорогие, мы начинаем колдовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это уже надо, чтобы мозжечок хорошо работал. Вот кто сможет сделать до ста, и не ошибиться ни разу, у того весь наступающий год будет крепкое здоровье и прекрасное чувство юмора. Замечательно, Дедушка Мороз, спасибо. А ты, вот как все дедушки, уходишь на пенсию или как? Дорогие мои, мне лет 5 назад пенсионная, значит, вот эта система Великого Устюга пыталась выдать пенсионное удостоверение. И что ты сказал? Я отказался наотрез. Потому что, друзья мои, ну зачем мне пенсия? Я полон сил, полон энергии. А добрые люди нуждаются в моей помощи. Это я вам должен помогать. Дедушка, а у нас тебе в подарок хорошая русская песня. Коляда пришла, коляда пришла, гости нашей студии.